Работы на Чусовском мосту вызваны ремонтом деформационного шва. На всем протяжении полотна переправы их три. Чусовской мост был введен в эксплуатацию 15 лет назад, в 1996 году. С тех пор два шва ремонтировали, настал черед третьего. Уже возникает вероятность того, что данный шов может быть разрушен, и поэтому нам надо срочно менять. И работы необходимо эти провести. Мы посчитали, что вот это время ремонтных работ будет самым оптимальным для всех, и для населения, и для строителей. Работы по ремонту шва предполагалось начать еще осенью прошлого года, однако затянувшийся дачный сезон внес в планы коррективы. Замену решено было перенести на весну. Теперь в течение двух месяцев водители будут испытывать неудобства. До мая ремонтники планируют работы закончить, а пока... Будет установлена эстакада над участком ремонтным, там, где будет разобран этот шов. Значит, в реверсивном движении, светофорным регулированием, все это будет происходить движение в одну полосу. Этот участок действительно является загруженным. Весенний-летний период, то есть пиковое время, по мосту проезжает более 20 тысяч автомобилей в сутки. Поэтому ремонтные работы решено было начать именно сейчас, чтобы к майским праздникам все было готово.